того, что я люблю очень сильно покушать, поэтому приходится готовить. А вкусно покушать я очень люблю. Ну вот так вот. Я просто хочу на 2 недели буквально, 2 недели, 3, отказаться. Это, кстати, даже плюс. Но тем более к сладкому вообще, в принципе, нейтрально отношусь. Поэтому легко. Вот от мяса, вот это сложно. Но я не собираюсь от мяса. Кстати, при стрессе, вот когда я стрессую, я вообще не могу есть. Хотя многие люди, наоборот, начинают заедать. Я помню, так один раз очень сильно похудела. Прям жесть как. Я сама не ожидала, что я так могу. Все сладкое не особо, вот от мяса, да, не откажусь, да, свою. Вот, да, я точно так же. Ну, без сладкого, в принципе, легко. У меня торт лежит, мне на него вообще параллельно. Можно заменять в любом случае фруктами. Не ушел, Ваня, ты ушел или ты тут? Блин, я, в принципе, тоже не помню. У меня структурно. О, Джозеф, Вот. Thank you very much. Вот. Ничего себе, здравствуйте. Нет, помню. Я тоже, в принципе, не склонна полноте совершенно. Все хорошо у тебя. Но, тем не менее, то, что нужно очень круто держать. Ни хрена, я же только что сказала вообще-то. Королева, королю Божий. Ваня. Ни хрена подобного. Почему вот так мило? Вот, кстати, Ваня со мной отказался от сладкого. Ну, не совершенно, там, извините. Он меня решил поддержать, между прочим. Я надеюсь, он в этот момент не ест шоколад. Почему-то. Ваня, что происходит? Почему? Ваня, типа, боятся. Я не могу понимать. В прямом смысле только что просто был какой-то диалог, знаешь, там что-то писали, была тема,
И ты такой просто захочешь, и все уходят. Типа резко, и все перестают писать. И я такая, чё? Ну просто... Это что такое? Или это потому, что я сказала, что ты... Папочка дома. Эй, Ваня, спасибо. Девушкой.